Привет. Я продолжаю снимать видео в музее Science штата Калифорния, Сан-Франциско. Вот, наверное, туда сейчас я пойду, но сначала глянем на крокодила, и, по-моему, он белый, альбинос какой-то. А вот оттуда я вышла. Там был Стейнхарт аквариум. Оттуда я вышла, там есть видео. В общем, тяжело. Я сидела минут 10 или 15. Народу не было, и вот все повалили. Вот он, красавец. Он такой огромный. Сейчас я скажу, сколько он метров. Раз, два, три, 4 метра. Он какой-то альбинос, беленький такой. Сейчас приближу. Он как-то без движения лежит. Может, он не живой? Он даже не моргает. И хвостик у него не двигается. Работник здесь стоит. Я у него спрошу. Только не смейтесь. Птичку показываю. А вот птичка точно, она чучело, по-моему. Excuse me. Is it alive? Yeah, alive. Alive? Oh, thank you. Сказал живой. Albino alligator. А? Is it albino alligator? Albino? Альбино. Альбинос. Я же сказала альбинос. Албайна. Крокодайл. А чё ж он не шевелится-то? А, вон там уже еще и черепаха-то есть. И драгонфлай прилетела. И рыбки вон там есть. Сейчас я эту черепаху покажу. Сейчас отключусь, оттуда пойду. Вот я подошла с другой стороны, и здесь вот птичка нарисована, свомпс. Ну, лебедь, наверное. Лебедей здесь, конечно же, нету. Черепаха вон там одна, сейчас я приближу. Вот вторая. И вон там третья. Я оттуда только ушла. А зря, потому что там еще черепаха была третья. Вот это живая видно. Она под сеткой так получилась. Я не знаю, все ли я обошла, весь этот музей или нет. Сейчас попробую туда, на крышу, по-моему, можно там подняться. И тортл, черепахи должны быть, наверное, еще где-то. Так, здесь стена. Ой, как хорошо пахнет. За границей. Нужно ли нажимать? Нет, это не та кнопочка. Я неправильно там в лифт стояла, потому что он вниз шел. Там работница вышла, и он шел вниз, а наверх она мне показала сюда. А куда, я не знаю.
Я просто туда иду. Вот я хочу на крышу выйти. Там я знаю, что на крышу люди выходили. Я спросила у работника. Вот он стоит. Я сказала, что я хочу на крышу. И он мне показал, что я должна вот это обогнуть. И там есть две двери, и я могу подняться на крышу. Я думаю, что я весь этот обошла, не знаю. Я вообще думала, что он очень большой. Но так как я устала, то значит он большой все-таки. Две двери, говорит, есть. Терраса что-то написано. А, это ресторан так называется, терраса. Так. Так, там на улицу. Там этот гарден, что ли, какой ботанический. Или... Нет, не ботанический, а этот чайно. Нет, не чайно, джапанисти. Как-то вот я хотела все для детей показать, чтобы детям интересно было. А так как все это вот так вот разбросано, то такого вот прям цельного не получилось. Living roof. Вот про это он говорил. Вот про эти две двери, наверное. Вот сюда, наверное, мне надо. В общем, я на лифте приехала на третий этаж, и сюда вот лестница. Вон там я вышла оттуда, если направо свернуть. Прохладненько, хорошо. Вот на крышу можно забраться здесь. Все-таки там влажность какая-то есть. Дома в облаке. Вот я думала, что здесь какой-то планетарий или что. А оказывается, это вот Rainforest. Он вот через эти окошечки там свет туда попадает. Так, какие-то цветочки. Вот он. Мак калифорнийский. Ну вот насчет цветов, что я хотела сказать. У меня все время стоят дома цветы красивые. Я один раз их засняла, когда я пока снимала, как Лука сидела, наблюдала, как там птички щебечут. И вчера опять были красивые цветы, тюльпаны белые. И они какие-то розовые, махровые такие. Ну да, махровые. И я вдруг подумала, я буду каждый этот букет такой снимать. Ну, и видео делать, потому что очень красиво. И там у нас картина висит. Я вверх тормашки это попросила ее перевесить. Потому что там сначала белый, ну, светлый фон, а вверху темный. И перевернули, стал темный внизу, а светлый вверху. И вот на этом фоне очень красиво эти цветы смотрелись. Но уже очень много было цветов у меня. А я их не засняла. Очень красивые были цветы, просто прелесть. Белые тюльпаны были, розовые тюльпаны были. Не те, которые вот я уже снимала, а еще другие. Но передать невозможно. Потом еще были лилии. Мне пришлось их в бас-рум отнести, потому что они очень сильно пахли, и у всех голова болела, и кошка тоже чихала. Вот пахнет, кстати, едой. Потому что здесь, наверное, вытяжки от этой кафе там внизу. Ну и, в общем, какие еще цветы у меня были? Ну, всякие были, красивые такие. И вот я постараюсь, сейчас я два видео засняла, постараюсь каждый раз вот так вот снимать эти цветы в вазе. А потом сделаю видео. Ну вот, раскрыла все карты. Но зато эта картина, и на фоне нее цветы будет очень
только у меня. Так вот, здесь даже цветочки собирают. Вон, посадили здесь цветочки на крыше. И можно по этому саду погулять, но он в данный момент закрыт. Сейчас, наверное, опять вспышка, потому что очень строго опять все стало. Ну, эта площадка не очень большая. Ну, сколько соток? Ну, около 6 соток, наверное. Или 4 сотки. 4 сотки, наверное, здесь. Я так думаю. Вот колесо обозрения, который я показывала. И вот это музей. Когда я раньше его видела, я же не знала, что это музей. Я сначала думала, это стадион какой-то. Потом вижу, там были это фотографии Обамы. Сейчас что-то другое. Я сейчас приближу, вот желтое и глаза. Потому что до 14 августа было, а сегодня уже какой? Сегодня 23-е. Ну, а это видео выйдет позже. Там вон на скутере в этот гуськом прям они катаются. Нет, это не скутер. Как он называется? Вот просто колесо. Колесо, наверное, он называется. Хорошо, я так на 44-м шаттле приехала. Хотя и пешком можно было, это не трудно, не сложно. В этот музей, наверное, все-таки я пойду. Потому что это очень здорово. Сейчас уже 1:30. Если честно, да, тем, кто здесь работает, я не позавидую. Тяжело в этом музее работать, наверное. Пернатые. Почему-то сюда близко нельзя подходить. А, потому что здесь, наверное, эти колибри есть. Это васильки, что ли, вот эти вот голубые. Сейчас я посмотрю. Ну, птичек я слышу сейчас, но не вижу. Я вот даже не знаю, я все посмотрела или не все. Выходить мне уже не выходить. Я когда зашла? Я где-то после 10 зашла. Ну, 2 часа я походила. 2 часа это точно походила. Месопотамия. Вот там этот Japanese Tea Garden. Ну все, на этом с крыши обзор я заканчиваю делать. Вроде бы все показала. Домов так особо все равно не видно. Вон высокие дома там. Даже можно сказать высотные. Там дома и облако. Golden Gate где-то вон там, по-моему. Golden Gate Bridge. Ну все, пока. Я доснимаю здесь видео, которое с крыши, потому что я поняла, как здесь надо было поступить. Надо было на втором этаже сначала посмотреть жуков, потом минералы на третьем
и вот сюда вот по лестнице пойти, вот где люди выходят, туда по лестнице пойти и подняться на крышу. Вот так надо было сделать. А потом уже можно спокойненько везде ходить. Так, я пойду туда, что там я не знаю. И вообще я не знаю этот музей. Где что?